Решил проблему. У него нога так вывернулась, что пиздец. А супчик жалко. Поела, блин. Это я так реагирую, да, когда я сажусь есть, так у компа все, видосик все подготовила, все погрела, расставила, там даже себе, может, там это, огурчик порезала. И тут, короче, в горшке каши начинается суета. Я такая, поела, блядь! И я такой не встаю. И Настя такая, да блядь! Тебя дома нет. А, так, краш, ты мне уже стала как сестра. Красивая девчуля. Почти как моя жена. Ключевое слово почти. Да, жена чуть менее красивая. Шучу я. Сейчас люди подумают, что за домашнее насилие, что я домашний тиран-арбузер. Да ты еще тот арбузер. Жирненький. Ты ж мне как сестра. Братики, застрял! Да, такой думаю, сказал, что она красивая, такой туда-сюда, а по факту так-то у вас цвет глаз один. А я подумала, это скинуть аниме, я забыл, как оно то называется, про любовь чувака с его сестрой. Не помню. Люди хотят, что буквально каждое второе аниме. Давно мы их не смотрели. Здравствуйте, звонок из банка, меня зовут Галина Николаевна, по поводу кредитной карты, Classic MasterCard, в чем причина неоплаты? Что? Ты не понял? Точно, точно, точно. Я не понял, но потом понял. Мне же всего 15, а мне 30. Там сейчас хер знает сколько расстояния. Что-то подобное мы уже видели. По-моему, что-то работает неправильно. Ну, это как этот... в Яндексе водителю показывало, что между домами можно проехать во двор. Расстояние между домами! Плюс еще и лестница, по которой надо бы забраться, да? Не помню, но... Там есть лестница. Вы такая красивая. Можно я оплачу ваш счет? Конечно, можно. У меня еще и за коммуналку платежи с собой. Находчивая дама. Держи, братан. Минус тачка, походу. Да, все. Видишь, что другие не едут? Хера ты едешь. Там он еще и камень торчит. Там провалилась, походу. Почему я это ждал? Почему я это ждал? Сейчас телек ёбнет. Да, ёбнула! Зачем надо было подходить? Потому что она решила ему набить ебучку, пока он лежит еще. Жестокая, глупая женщина. Уё. Печально. Но бывает. Зачем нам показывали это вообще? Не знаю. Бля! А тут пока
показывают нецивилизованные народы, видимо. Ты знаешь, будь мои родители в боулинге или твои, такое вполне могло произойти, потому что они там ни разу не были. Но они же в фильмах видели. Возможно. Ля, какая буська. Охуевшая. Уж ты понимаешь, в чем нюанс? В отличие от наших родителей, эти чуваки, скорее всего, могут купить весь этот боулинг. А, понял. Помню. Да. Это типа на зарядку ставится? Не, она с этой целью ставится, чтобы ловить насекомышек. А, я думал, она ставится на зарядку, и можно еще и ну, не стационарно, а так пользоваться. Ну, она в основном для такого и предназначена, по-моему. Ну вот, поэтому я решил, что она ставится на зарядку, но на зарядке можно включить, и она тоже будет хуярить. Правда, правда. Это правда. Коби. Идиотик, зачем ты это сделал, дури? Вопрос, зачем его вообще посадили на стол? Ну, да. Когда, знаете, мы календарь мая и нет, мы не будем спички, консервы. Давай, лама, свет не будет, фотоны, фонарь включу. Кто? Никого. Знакомо, да? Мне показалось, или на девчуле тоже фильтр был? Какие-то у него глаза чересчур большие были. Я, в принципе, там перекосоебила. Чай, кофе? Чай. Черный, зеленый? Черный. Горячий, теплый? Теплый. В бокал, в кружку? Стакан. С сахаром, без? С сахаром. Рафинад, песок? Рафинад. Один, два, три? Два. С лимоном без? Без. Потом в спальню? Нет, я потом домой. Почему? Да мы такими темпами до утра не начнем, а мне рано вставать. Стопудово старый анекдот какой-то. А я думал, типа, да ты меня уже так и так заебал. Ты еще не поставил лайк? Пожалуйста, сделай это сейчас и подпишись. Таким образом ты поддержишь наш канал. Дорога — это неизвестность. Здесь может встретиться кто угодно. Это место манило всех советских мальчишек. Особенно, когда на улице промозглый ветер и дождь, не погуляешь. А тут тепло и уютно. Теплые трубы и просторно. Бля! Упорный чувак. А ведь глаз может выбить такая струя. Да. Ебать. Так. Зачем он ворон нахуя? Крепкий Халк. Hey, listen. Get some drink. All right, let me get one of them cokes. Babe, can you get me a napkin? Садилась чувака. У него сюрприз. Да-да-да, он в лифчике. По дворам свистят шины, мы с тобою едем на машине. Прокололи колеса, Миша, лучше не везуха. Ну давай врубай музон, будет здесь движуха. Поздней ночи выходной, залей домой на машине, накачав музона. Не самая умная идея, по-моему, останавливаться и руку совать Мише. Видимо, он чей-то.
Сегодня мой начальник приехал на работу на новой машине. Ну, я посмотрел, говорю, крутая тачка. А он мне отвечает, если ты будешь вкалывать как положено, выполнять поставленные задачи, работать не жалея сил, да и просто ебашить, то через год я смогу позволить себе еще одну. Я так и думал. Что это, блядь? Что он делал и что это было, блядь? С кегой, походу, что-то мутил. Он же взорваться может, нахуй. Этот, как его? Как-то это, читал, что чел погиб, потому что кега взорвалась. Думаю, а скороварки взрываются? Взрываются, если люди тупые их используют. Такой, думаю, не, все, не буду предлагать покупать нам скороварку. Настя такая, нахуй она мне нужна, да? Не, хорошая штука. Я просто у Обломова насмотрелся. Бульоны варить вообще по Я же говорю, я насмотрелся у Обломова, как он делает и что делает. И такой, о, может нам нужна скороварка? Скороварка хорошая штука. Ну, так же давнешняя. What the fuck? Ну, что за жепа? Я понял, что за жепа. Интересно, угробить машину ради этого скетча, это... Стоило того? Стоило того или нет, да. Я надеюсь, он знал, что делал, и то, что она залила, можно заливать. И оно просто дороже стоило, или еще что-нибудь такое. Да ты еще... Во-первых, если ты будешь высовывать свое оружие из-за угла, тоже а там будет уже находиться противник, но мы это просто... видели буквально недавно. Снова. Да. Ебать, его снесло, умыло. Страшно, как чел, снесло топоток. Да. Это абсурдно. Надеюсь, он выживет. Надеюсь, ей все хорошо. Это не слишком смешно, чтобы он погиб. Осуждаю нас. Аккуратней будьте, ребята. А, он держится. А, уже не держится. Все нормально, все хорошо. Он профессионал. Эй, красавица, можно с вами познакомиться? Нет. А? В смысле? Девушка, ну мы все-таки познакомимся. Я отличный парень. Я тебя не отпущу. Я буду преследовать тебя до конца твоей жизни. Продолжение в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Выглядит как начало херового порно. Оно это, скорее всего, и есть. Ясно. Мне так кажется. Ну как так, ёб твою маковку? Ну как так? Мне бы долететь до горизонта. Мне это крыса чистоты, этот котик это я. Солнцу. Уже. Happy birthday to you. Happy. Пизданется же. Трясущиеся лапки. Конечно, пизданется. Но не в воду, как оказалось. Да, сидела как в игре. Загрузка пошла. Другую локацию зашел. Да. Я пытаюсь просто рассмотреть, что у него... А, это атака титанов у него. Понял.
видели уже. Да ты что, да это я не знаю. Ты не против, если я поцелую тебя в щечку? Вот, вот сюда. А еще вот, вот сюда. И вот. Когда не успели нас с тобой снять? PlayStation? Знаешь, я иногда, что ты меня видишь, как эту девушку? Что я пытаюсь ее угробить. Иногда. Но не настолько на самом деле. Просто я никому не доверяю и считаю, что все криворуки. В том числе и ты сам. Не. Да, ну, хотя да. Потому как ты ставишь стаканы на край стола, понятно, что себя ты криворуки не считаешь. Хотя бы такой, ааа, криворуки, ебло, это периодически я слышу. Конечно. Tally-ho, Лера. Tally-ho. Хорошо так, а не минус пальцы. Ring for carrots. Позвоните для морковок. То, что мы дали морковки. The slummy and the cheese, you know. Второй раз тоже смешно. You fucking fried like a roast roll. Yes, you're talking. Они бухие пиццу жрут, походу. Походу. Такая маленькая, аккуратненький, забитый рукав. Когда такой без жене, кольцо с изумрудом! Ты посмотри на него! Когда жена на него заработает? Пусть дали себе хоть с изумрудом, хоть с рубином, с алмазом. Пускай будет! Надеюсь, это не за меня? За меня просто? Конечно, из-за тебя, ты шаблил его сверху. Выключаю. В чем проблема нормально открыть было? Не знаю. Или хотя бы отвернуть это от техники. Ай, блядь, закрой окно! На, сука! На! Тоже видели. Получай, ну с учетом того, что тут 30-минутное все. Вот то... этот ход не конченый. Ну, такой просто. Спасибо. Помолчите! Кто там что-то видел? Помолчать! Вы видели что-то там! Бессовестно сидишь здесь! Держи жратву! Хавай! Чтоб ты подавился! Я всегда Сквидварда это воспринимала как персонаж-маскот меня. Потому что, когда я впервые увидела Спанч Боба, я была еще ребенком. Как хорошо, что она в этой мягкой сране ее не, не ушиблась, скорее всего. В этом, мне кажется, и была задумка, потому что явно пилон не закреплен. Да, абсолютно. А... Закрытая пивка. Стопудово лодка перевернулась. Возможно. Ранечили. А может быть, просто уронили. Ушел в магазин, оставил кошку, короче. Ищем, ищем по всей тачке. Думаю, где кошка, блядь? О, блядь. Ну привет, блядь. В саб залезла, дурочка. Здравствуйте. Здравствуйте.
А что это вы одна, без мужа? Обычно с мужем приезжаете, скандалы тут устраиваете, не авто, в автосервис. Ой, да мы с ним развелись. Серьезно? Да. Слава, а что это развелись-то? Такой же ж хороший был, все понимал в автомобилях у вас. Да он вообще не уделял время семье. Вы представляете, он даже не отец нашего последнего ребенка. Столько не уделяла время семье, что другого мужчину поцеловал вместо себя трахаться. Походу. Какой график работы предпочитаете? 2 через 2. Совмещаете работу с учебой? Нет. С алкоголизмом. Ебать. Я сначала смотрел на рюкзак или что там лежит, а потом только сюда. Что-то такое. Что это такое? Нахуя? Нужна комната? Похоже на самокат. Или хочешь выпить? Ну только посидим культурно. Отдохнуть культурно — это понятие из советских времен. Без громких песен, драк и вытрезвителя. О боже ты. А, это Дима. Да-да-да, ты очень смешной. Фига себе. Нормально. По сути, почти все можно увидеть. Военкомат! А на той стороне кто-то принимать будет? Ебануться. Люди, которые бегают в масках через дорогу не в положенном месте, я считаю, что вы быстрее умрете от Жигулей, чем либо, блять, от коронавируса. Ёб твою мать, красотища какая. Я думал, хуетища какая. Кто-то в Don't Starve переиграл, что ли? Походу. Да, понятно. Что себе с интернета куртку заказать? Нет, ты чё? С интернета вообще ничего не заказывай. Я вон своей пару дней назад шубу норковую заказал, а мне диски на машину пришли. Там обманчики, лучше не надо. Девчуля явно прибухнувшая. Что за Андрей Петров? Реинкарнация. ХЗ. Жрать горячие пельмени. Могу, умею, практикую. Твою же мать. Блин. Почему я услышал голос Кайлести? Похож, кстати, по-моему. Хотел бы сейчас что-нибудь? Например? Пиццу будем? Да, будем. Ну, пойдем. Я так понимаю, человек сделал, а его решили наебать.
А хули они ожидали? Может, зайдешь? Да неудобно как-то, 2 часа ночи, да и жена твоя меня как-то недолюбливает. Да не выдумывай ты, она у меня гостеприимная. Может, перекусим? Ну, можно. Люда! Люда, просыпайся, Валера пришел, есть хочет! Удивительно, почему она недолюбливает. Потому что муж ебанько. Да. Продавцы на рынке, когда увидели тебя после примерки. О-о-о-о, блин, блин, у меня нет этого. О, не-не-не. Заебись. Показал кота ветеринару. Ветеринар сказал, кот хороший. Спасибо, что показали. С вас 2000 рублей. Разбегается. Идиот. Типичный кот. Я думаю, он причем показывает по факту, что такое было. Ну да, судя по всему, это... Проктолог. Проктолог, доктор. Потому что женщин-то уж, наверное, большинство знает, как ложиться. А мужики что, они боятся показать свое ну, очко? Да, но только жопу, говорят, подвинуть. Потому что с самого начала правильно ложить жопу сложно. Слишком далеко, слишком близко. Ну да. Слишком не раскрыто. А что вы живете? У бабушки хорошая пенсия. Мне хватает. Бабушке не хватает, а мне... Пенсия, я сначала услышал нечто другое. Я к тебе со всею душой, а у тебя ко мне интерес небольшой. Я к тебе и это, и так. Лежит мамрюха. Такая же жопанка. А ты ну, не настолько, никак, конечно, но да. Сяк, никак, если для тебя... Вот так саванка. О, какой ты сладенький, она просто мяу. Мяу-мяу, пушистик мяу-мяу. О, какой красавчик, ты хай по себе. Да ты глянь, облике, мяу, мяу. Дай ему по морде. Че он этот клюв свой разъявил? Помять хочет котика. Всех больно, хотят мять котика. Больно же будет. Опа, откуда ты вылез, ты вылизанный хайпажор. Мажор, я просто мажор. На, по клюву. Вот лютое шоу, когда бабосов мешок. Да ты глянь, купил, зашел, не приставай. Хорошо. Сегодня уже вторник, завтра среда, потом выходные, потом работа, потом Новый год. Весна скоро, старость, солевые отложения, ревматоидный артрит, долбанный вторник. Хома. Кирожок, кирожок. Кирожок с котятами. Кирожок с потями. С потятами. Да, кирожок с потятами, я хотел сказать. Что, а что, а разве не кирожок с потятами? По-моему, вполне нормально. 3 часа ночи, в принципе, да, нормально. Потенок вон лежит один, а кирожок сидит здесь. Пирожок с котятами, да. Знаете, чем отличается совместная жизнь от холостяцкой? Когда ты живешь один, у тебя вот эта бутылка подсолнечного масла, она одна на всю жизнь. Блинов хочу. Потому что ты нихуя не готовишь. А когда ты живешь с кем-то, то у тебя и сода улетает мгновенно. А зачем? Выпечка. А. Так ты ж не печешь, у нас сода не улетает. Здрасте. Пекла же. Блинчики делала. И как абразив для чистки поверхности. Да. Этот. А еще, чтобы эти
с налетом очищать поверхность. Насчет выпечки вспомнил тот видос, который я тебе кинул, ты не смотрела? На те штучки. Они так охуенно аппетитно выглядят, когда их разламывают, из них сыр вытекает или что там? Это не сыр, это крем. Крем? А, все, да, тогда хуета. Тогда хуета. Это эти японские оладушки. Не, так-то все равно я бы попробовал, но раз это не сыр, конечно, хуже. Крем тоже сойдет, но сыр был бы лучше. Со сметаной. Ляжу. Хоть бы купила там магазин, когда мы шли там колбасу. Кого? Ну колбасу. Колбасу! Проверил лайфхак из ТикТока. Суть была в том, что картошку не надо чистить перед варкой. Просто ножиком проводите по кругу посерединке, варите, после чего опускаете под холодную воду, и картошка сама чистится. Проверяем. Опс. Как видите, лайфхак рабочий. Так что советую. Показал только на двух картошках. На других могут быть нюансы в виде порченности и глазок, которые были изначально незамечены, которые заруинят всю эту методу. Ну да, не, ну все равно, видимо, чиститься будет легко. Ну и, скорее всего, это на старой молодой картошке будет по-разному работать. Да. Приехал Ланос, Chevrolet Ланос. Приехала на диагностику ходовой части. Говорит, сзади стучит что-то. Говорит. Ну, вот заднее левое колесо, есть немного люфт. Да, вот по звуку слышно. И вот люфт, да. И сзади справа колесо. Такое ощущение, что они не закручены. Вот это люф. Так и что, а по продолжению где? Они явно не закручены нормально. А там хер его знает, что это такое. Офигеть, вот это люф. Я просто ждал хоть какой-то вывод из этого. А у вас пирожки свежие? Сегодняшние. Там сутки. А-а-а. Другие. Ясно. По такому жанру. Кукарекни. Это петух. Охренеть, человек мошкался. Вертится, как ебанутый, видать. И не фиксирует ни хера. Шепелявый? А, зубы-то тебе в карате выбили? Ты не дразнись, зубы на месте, понял? Это моя фисочка. Что? Фисочка. Чего? Фисочка. Чего? Прикол такой. Я думал, взрослые люди не смеются над дефектами речи. Уже. Домой, домой. Звонит ветер над ворогами. Минутку. Домой, домой, пора домой. Я не понял. Вот, возьмите, пожалуйста. Только не на водку. До свидания. Не узнала, типа. В принципе, я могу ночами и не жрать.
Но хорошо, что я не принципиальный. Скинешь, что ли? Ножок. У меня есть дома кот. Не кот это, а просто скот. Целый день он только спит и жрет. А как ночь, то у дверей он орет. Ты в курсе, что ты приемный? Да-да-да, ты приемный. Да, наши родители кошки. А ты псина сутулая. Я тоже кошка. Псина. Вот это, по-вашему, свечи, да, которые вы мне поменяли, я за это должна сейчас заплатить. Да, это свечи зажигания. Что это? Вы что, меня за дуру держите? Какие же это свечи? А что это, по-вашему? Я не знаю, что это, но если это, по-вашему, свечи зажигания, ну-ка зажгите. Че вы меня разводите? Поставьте мне нормально. Ох уж эти шутки, основанные на стереотипах о женщинах, о блондинках и так далее. Это было смешно лет 20 назад еще, может быть. Ну, я так понимаю, эти челы всегда так и делают. Хотя, возможно, с учетом того, что у них этот, как его, сервис. Может быть, такие индивиды бывают, действительно. Ну, да. Да, так они часто обстёбывают старые анекдоты. Вот минимум так, вложений. Вот так. В идеале, конечно, надо было бы деревянным молоточком. Все, готово, приезжай, забирай. Пиздец. А ну вылезай. Тиктокеры, блядь. Это груз большой ответственности, да, которая приходит вместе с силой. Да, я-то думал, блядь, что это такое? Чё, в чем прикол? А, почему? Что осталось? Почему? А потом такой... Сука. Да, ну мощность небольшая, я думаю. Ты чё быкуешь? Да, ну, некоторым мужчинам и женщинам тоже нравится всасывающая мощь пылесоса. Я до сих пор помню это. Я помню, когда стёбывался в очень страшном кино. Да. Как говорится, ветчинка на ветре. Ну что такое? Мне кажется, за мной кто-то наблюдает, ребята. Кто-то меня как будто вот выслеп... Это что такое? Зря кабанячья голова меня выслеживает. Это что за маньячный? Глянь. Як маньячело пялится из-за угла. Ребята, мне страшно, господи. Почему меня преследует свинья? Кто мне ответит? В комментариях напишите. Домой подарю. О май гад! Я думаю, я понял, что это у него бивни, ну, эти клыки, но я сначала думал, что у него палка во рту какая-то. Вот у нас сосед. 19 этажа, охренеть. Тоже заряжает Nissan Leaf, но только есть одно но. Вот кабель. Ну, хотя бы не ворует. Но это, конечно, пиздец, на самом деле. Выше этажей больше нет. Пацаны из Казахстана приехали. Молоко в холодильник поставили, говорит, только, говорит, никто не пейте. А я не пил, я в чай себе добавил утром, когда встал. Но сижу в комнату, чай пью, смотрю мультики по телевизору идут. Смешные такие, я думаю, что я раньше с утра мультики никогда не включал, но... Потом хоп, такое солнце встало, потом село, потом опять встало.
Потом села. Потом пацаны подходят, говорят: Васек, ты бы сходил, поел, говорит. Третий день на микроволновку смотришь. По-моему, тоже старый какой-то анекдот. Не смешно. Я так понимаю, это было все про кумыс. Ну да. Кумыс, типа, торкает, что ли? Хз, вряд ли. Я думал, кумыс это просто питье такое, ну, может быть, алкогольное, типа. Ну, да, кумыс алкогольный, да. Но он слабо алкогольный. Голова прям раскалывается. Ой. Да, ну что, заболел? Ой, надо поверить. Что лучше, молоко или пиво? Конечно, пиво. Ты разве сможешь выпить 5 литров молока? Марин, знаешь, какая есть пословица? Знаю, мам. Свинья везде грязь найдет. Уделала. А Марина забрала. Причем мама приперлась домой к Марине. Дженга не хочет падать. Дженга, остановись, ты пьяна. Прикольно. Это чё? Забавно. Wait a damn minute. Интересно. Надо попробовать. О, фига. Я никогда особо не кайфовал с этой машины, но круто. Если соседские дети сильно шумят, скажите им через стенку, что вы гномик, живущий в розетке, и вас надо покормить гвоздями. Не делайте так. Старый прикол, но да. Просто обратите внимание на зрачки, да, вот сейчас он нормальный, как бы, и какой он становится, когда вот так вот пальчик подставляешь. Да? Режим охоты. Да. А, милый, скинь, пожалуйста, фотографию там, где мы с тобой в этом... Какую фотографию? Ну, там, где мы с тобой в... В смысле, где мы с тобой? Любимый, я понимаю, что мы с тобой в последнее время везде, но там, где мы... Но там это где? Где это? Я не понимаю тебя! Да что ты орёшь-то? Ну, блин, ну, милый, ну, там, где мы... Утром уходил, когда поцеловал меня, сказал, сейчас я замонтажирую и скину. Там, где мы... Которая она отжимает телефон. Да. Она не может понять, потому что не переслушивает свои сообщения. Да. Причем здесь дослушайте до конца? А, типа, видос досмотрите до конца. Можешь нормально до конца сказать мне? Ты начинаешь, вот где мы там-то, хоп, и закончилось. Можешь нормально сказать мне? До конца договорить свое слово. Она заканчивается. Витя, бери Раиса, езжайте на рынок, покупайте ему обувь осеннюю. Да сейчас съездим, все купим. Только, пожалуйста, возьми нормальные ботинки, какие-нибудь потемнее. Сейчас грязь на улице, сам понимаешь. И себе как раз купишь, а то ходишь как пидормот своих столетний. Че ты меня учишь, как будто я, блядь, никогда ботинки не покупал. Ну че ты стоишь, ты выбрал уже? Да выбрал, вон те. Уважаемые, ботинки сколько стоят? 10 тысяч Турции. А ну пару берет, вторая подарок. Дешевле не найдет. Да вот при входе мы заходили, такие же 5 тысяч стоят. Так долго же с евро скачет. Сейчас пока вы думаете, уже и 20 будет стоить. 9500. 9550. И ваши старые ботинки. Блять, торгаш ебаный. Хуй с ним упаковывай. О, вы уже приехали? Давай показывай, что вы там купили. Ты зачем себе белый взял? Ты же их угандошишь за один день! А ты, придурок, куда смотрел? Так нет, я ж я... Ты, чё ты там взял? Дай посмотрю. Такие же. Блять, придурок! Ребят, спасибо за просмотр. До скорого.